Но и хочется отметить, был прекрасным аранжировщиком, который переоркестровал музыкальную партитуру для академического театра музыкальной комедии имени Михаила Родионова в спектакле «Тетка Чарлея». И это была достаточно интересная современная работа. И много хороших слов было сказано в адрес оркестра, который справился с этой программой. Она получила достаточно джазовую трактовку и звучала интересно. Была целая полоса, вот она уже растянулась на 10 лет с начала подготовки, а потом премьеры в 2011 году замечательного спектакля, знакового спектакля «Джаз только девушки». И не только как аранжировщик, но и как дирижер Николай Голощапов провел несколько лет концертных программ. И я хочу особо поблагодарить точно так, как это делал Николай Голощапов каждый раз, входя в зал этого театра, Елену Григорьевну Редькову, которая способствовала активизации этого процесса и пригласила Николая Яковлевича для этой работы. Но тут же скажу, что не только Николай Яковлевич приложил руку как оркестровщик, но и Алексей Петухов подготовки премьерного спектакля и специальной музыкальной аранжировки к пьесе «Ханума». И эти обстоятельства дают возможность говорить, что профессионализм руководителя, наставника передается коллегам, молодым коллегам. И я думаю, что то, что сделано, радует это действительно уже много лет. То, что будет сделано, это наше счастливое будущее. Я хочу представить сейчас результат этой творческой работы. Это прекрасный номер, который всегда радует на каждом концерте. Заслуженный артист Украины, лауреата многих конкурсов, Советского театра Ирину Ковальскую с особым поздравлением. Все-таки мы празднуем юбилейную дату.